Российские регионы должны обмениваться своими наработками по созданию условий для развития предпринимательства. Так считает Владимир Путин. Об этом он заявил сегодня на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Эта организация создана, чтобы развивать бизнес-среду. Репортаж Полины Ермолаевой. Определение инфаркта по одной капле крови. Ничего подобного еще не было в мире. Кардиотесты для ранней диагностики уже в аптеках Калужской области. Людям после 40 желательно иметь под рукой такой тест-полоску. Не настолько это дорого, чтобы вовремя отреагировать на, так сказать, проявление той или иной болезни. Собственное изобретение и разработка. Полный цикл производства организован в Обнинске. Это одно из тех жизненно важных свершений Агентства стратегических инициатив, о которых сегодня рассказывают Владимиру Путину. Важнейшее условие динамичного развития страны – это, конечно, расширение свободы ведения бизнеса, свободы предпринимательства. Многие барьеры в федеральном законодательстве сняты. И сейчас принципиально важно обеспечить грамотное применение принятых уже решений, норм. И прежде всего, конечно, на местах. Распространить на всю страну лучшие практики с предпринимателями. Например, Кировская область внедряет практику страхования от сердечно-сосудистых заболеваний. Человек платит небольшие деньги, но если он заболевает, то он уже все лекарства, все лечение получает бесплатно. Они несколько лет ее применяют, получили и бюджетные эффекты, существенное снижение инвалидности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Экспорт школьных автобусов из Владимирской области в Африку и Крымский молочник, снабжающий полуостров свежайшими продуктами. Почти 5 лет работы агентства стратегических инициатив – это не только сотни успешных проектов, но и постоянный мониторинг проблем, с которыми сталкивается российский бизнес. Вопросы изучают от будто бы мелких, вроде отмены круглой печати, до экономики доступа к заемным капиталам. 87% предпринимателей назвали эту проблему ключевой. Мы, конечно, прекрасно понимаем, что ЦБ в последнее время снижает ставки. Но фактически малому среднему предпринимателю взять кредит меньше, чем под 19%, достаточно сложно. И у нас есть определенные идеи, как оптимизировать, эту работу. Важно, что вы организовали контроль со стороны предпринимателей за качеством исполнения принимаемых нормативных актов. Прежде всего, на уровне регионов и муниципалитетов. Убежден, результаты таких проверок должны быть открытыми для всего общества, для граждан. И, безусловно, это будет помогать улучшать деловые климаты в дальнейшем. И, что важно, станет действенным антикоррупционным механизмом. Еще одна важная инициатива – воспитание кадров, причем прямо со школьной скамьи. Резиденты детских технопарков учатся робототехнике, программированию, созданию приборов и мини-станков. Лазер разной мощности можно задавать, например, по металлу. Этот технопарк работает в Набережных Челнах, где у будущих инженеров отличная перспектива трудоустройства, завод КАМАЗ. Владимир Путин спрашивает Рустама Миниханова, как там наши мастера на ралли-рейде «Дакар». Как там ребята наши на гонке-то? Не очень пока. Перевернулась машина там, да? Одна перевернулась, но у одной машины есть шанс быть в призах. Мы поехали на новых двигателях «Липхер», но пока не доведено. Переживаем. Но если переживаете, значит доведете. Доведем. Еще одна грядущая совместная победа – проведение в 2019-м в Казани мирового чемпионата WorldSkills, подтверждающего престиж и необходимость рабочих профессий. Полина Ермолаева, Петр Равнов, Андрей Мельников, Артемий Ченков, Ирина Харламова и Надежда Тарасьянц. Вести.